Так, ну что, очередная серия путевых заметок. В Омске остановились. Местное время 17:38. А по Владивостоку до сих пор веду уже 21:38. Вот, так что уже на 4 часа отстали. Будем стоять 20 минут. И дальше помчим. Вот она. Наша сверхзвуковая стрела. Вокзал тоже здоровый такой, красивый. Блин, женщина меня перебивает. Тетка. Настроение бодрое, но все-таки немножечко уже подустал. Пятые сутки едем. Сегодня ночью, точнее в 5 утра будет Екатеринбург. Опять же, не повезло. Здоровый, красивый город, но будет ночью, блин. Ничего не будет видно. Плюс надо будет проснуться еще, смочь. Ну, проснуться-то проснемся. Но плохо, что ночью, темное время суток. Ну, а там все. Там будет неизведанная территория. Дальше я не был. До Екатеринбурга доезжал 2 раза. Дальше не был. Ну, как-то так. Стояночка 20 минут. Скоро уже снова поедем. Как-то так. Все. Всем пока. Увидимся в следующей заметке.